Также у нас задают периодический вопрос, какие использовать дульные сужения для стрельбы пулей. Ну, во-первых, самая простая рекомендация, если вы стреляете калиберной пулей, то использовать цилиндр, максимум это 0,25 четверть чока, либо если это подкалиберная пуля, то не крупнее получока. То есть, самое оптимальное, поставили цилиндр и спокойно стреляете абсолютно любой пулей, не задумываясь о сужениях.